Приветствую всех на канале Вечный Пилигрим. Сегодня у нас продолжение вот игры в Скайриме Агента Империи и разборки с бардаком в Скайриме. У нас продолжается. Итак, с гражданской войны мы закончили, и теперь нам осталось разобраться с Алдуином. Что мы благополучно и производим. Прежде всего, я хочу принести извинения. Я прошлую серию записал, да не посмотрел, что там звук не отобразился. Ну, ОБС-ка сбилась, там микрофон нет, в общем, серия беззвучная. Я прекрасно понял, что почему такая статистика, вполне заслуженно, что там проблема. Ну, переписывать, извините, наверное, все-таки нет. Потому здесь я уже вроде как проверил, что у меня все работает по новой. Банальный перезагруз компьютера, но тем не менее. Да, получается, там целую серию сам с собой разговаривал. Бывает. Сундук я ловлю на самом деле. Можно вот так. Все. Итак, мы сразились с Алдуином на горе во временном разрыве на глотке мира. Узнали крик драконобой в прошлой серии и отрапортовали об этом Эсберну. Попутно слегка поконфликтовали с ним то, что они у меня потребовали убить Партурнакса. Ну, стандартная дилемма. И отвечу на вопрос. Убивать я его не буду. Также я почитал, что отказаться от квеста, да, нельзя, но можно на него забить. И если вы его не делаете до конца квеста, основного квеста, то есть до смерти Алдуина, то и Партурнакс при этом остается жив, повторюсь, то этот квест просто исчезает. Как-то так. Поэтому мы вот проведем эксперимент. По крайней мере, так в официальной этой самой. На официальном сайте написано. Ну что ж, вот и проверим. Так, а теперь мы идем в Вайтраны. Нам бы как-то туда прорваться. Обойти все это. Через Солитюд-то делать не хочу. Я выйду аж через Драконий мост, если я пойду на север. Мне что-то поближе, как бы, дорожку найти, а? Да вот, вроде. Ну, понимаете, далековато от Вайтран. Лечь. Так, по навыкам. И сам себе напомню вам. 5-1 уровень, 2-1 свободы, да. Зачар, кузнечка, все зачаровано, сброшено. Ради освобождения перков. Броня тяжелая, все, что нужно, взято. Чтобы не было штрафа на мобильность. Больше тут ничего не надо. Здесь потихонечку что? Качается, да? Оружие радует одноручно. Повторная прокачка. Ради роста уровня и скорости сюда мы эти два перка пристроим. Два очка. Броня легкая также качается. Тут уже ничего не нужно. Из легкого у меня, повторюсь, только кераса. Кап брони достигнут, поэтому сюда вкладывать незачем. А здесь требуется вот для этих трех перков полный комплект брони, легкой брони. Чего, понятное дело, у меня никак быть не может. Лечь. Стоп, стоп, стоп. А что я? Да я не в ту сторону иду, ага. Я увидел. Нет. Я вот сюда смотрел правильно. Все, меня смутил лагерь Карспайр. Это вот храм-то. Мы, получается, не с той стороны горы спрыгнули с вершины храма. Видите, облаков, короче. Вот он в чем нюанс. Вот лагерь Карспайр. Выходим к Рорикстеду где-то в том районе. Через поля двигаем. Нам дракона ловить надо. Адалинга, кажется. Оплот Красный Орел. Низко. А может быть. Да нет, нас эти древние мечи не очень интересуют. Ничего у них сильного нет. Ну да, был мятежник, который перебил кучу легионеров. По легенде, опять же, они по. Ну, вроде как. Нет, не был, вроде упоминался где-то в игре видео, что отчет о каком-то древнем сражении, где один из мятежников. Положил легионеров. Было, да.
Ладно, пусть много, но в любом случае перед мощью легиона и империи он не устоял, так что ничего страшного. И он давно уже там мертвый. Пусть меч неинтересна мне твоя шахта. С этим вон пусть стража разбирается. Совсем уже жиром заплыли. Все, гражданской войне конец. У них работа убавилась. Хотя стража Маркарта я никогда не был высокого мнения. Да, честно говоря, о нордах особо тоже. Эти изгои, извините, коренные жители предела, они бодались с нордами за регион Маркарта еще во времена Тес Онлайн, то есть за тысячу лет до событий Скайрима, так и не безуспешно. Так что я бы не сказал, что норды имеют шансы быстро с ними справиться. Да что такое? Сейчас. Я пустой, как назло. Сбить каст. А, это не мой урон, а 14, все. Изгой, наверное, верескового сердца. Ай! Опять я пустой. Я сухой, как говорится, по запасу всего резии с холоду. Давайте вот так. И вот эти все заодно инвентарь разгрузим. Просто что с такой мобильностью он меня попадать будет. Хотя вот за деревом мне бы дотянуть до следующего слова фус. А между прочим, почти. Можно было, кстати, и сбросить его, но тут край обрыва. О, еще и минус голова. Все. А куда он мог бы отступать? Куда он собрался? Да-да-да, вот след за головой, ну-ну. А сбрасывать с обрыва, потом опять к нему, к ним сближаться не хочется. Я думал, тут обычно звери спас, но тут у нас противник. О, он да еще смешно сказал, зачарованным. Ну и ладно. Ой. Ага, успел ударить, ну ладно. Талмар, убить Талмарца — это дело богоугодное. Так что я только за. Так, если грубиян убиваем. Что тут забыл? Последняя ошибка. Ага, и даже штраф для тебя. То есть хамить можно агенту империи и легату легиона. А нападать на тебя нельзя? Не, родной, так дело не пойдет. Вот, вот так-то ты куда симпатичнее. И хамить уже не можешь. Вежливо молчишь. Все бы такими были, а? Ну да ладно, забыли о нем. Мы даже вроде как не в сам Рорикстед, а южнее Рорикстеда выйдем. Кто? А, почти успел, ну я промахнулся. Это что еще? Ух ты. А ты откуда взялся? Умри. Заметил тень. Ну, правда, звук почему не было? Он, видимо, заглушил схватка с этим громилой. Звук подбегающего волка. Он еще рычать не стал, зараза, заранее. Так что не услышишь. Очередной криминальный элемент. Что это было? Пора покончить с а что это за тряс? Пора покончить, да. Я что-то звук не услышал, вы. Седобороды, что ли, призвали? Зачем? Дракон? Не видать на небе крылатую ящерицу. Ну да ладно. Двигаемся. Там, не, ребят, хотите, приближайтесь. А мне не далось. Так, монумент Гьюкара, или как там его зовут. Вижу развалины с амулетом и святилище Зенитара. Вижу, но мне туда не надо.
И сонный клык пещера. Нет, спасибо. И даже вон он, драконий предел, да? Туда, туда, дракона ловить. Удавинга. Ладно, беги, некогда мне с тобой. Вот краб к крабам. 213. Ну понятно, в воду упал уже был. Ладно, иди сюда. А у тебя кинжал нет, извини, разный. Я надеюсь, что ты мне сейчас тут парным оружием броню подкачаешь. Вот как ты, например. Я даже постою. Бей, бей. Бей, бей, бей. Молодца. Ну-ка, что у нас по... Это качается, это качается. Ладно, хорош, но великана все равно быстрее, вот так не крути. Ну, благородно, хотя бы похоронить, слушайте. Я оценил. Не будем кисель, наверное, пить. Так, отрегенюсь. Ой, наших бьют. Причем бьют, так что уже одного завалили. Или нет, или это завалили кого-то, непонятно. Да, молодец, имперский солдат. Ай, этот исчез. И с бандитом справился под огнем второго бандита, а с приганом матерью земли, Матроной. Как бы пережил бой. Молодец, молодец. В своего труп попал. Можно было игнорировать, знал бы, что просто бандит. Да уже все, уже больше не буду. Ну, мы двигаемся. Что у нас с навыком одноручного тем временем помалу качается. О! Вот это я люблю. Во-первых, и держу. Так, сейф. Традиционный реген здоровья. Так, еще. Молодец какой. А уровень ты нам тут не докачаешь, а, дорогой? А как-то 143 момент удара. Не понял момент. А, наверное, момент удара не работает сам эффект блокирования. То что вот, ну да. Ладно, еще. Тут работает. Давай мне броню докачивай. А, тяжело. Какая еще регенерация будет? Ну сколько ж надо? А, ну вот. Все. Так, уровень. Да, спасибо, здоровья в целом-то хватает. Так, вы можете обезоружить противника силовым ударом плашмя, но это, по-моему, момент, когда он сам атакует. Не надо обольщаться. Атакует, ну, применяет силовую атаку.
Нормально. До одной хп восстановил. Ну и за пассив 10 единичек плюс, но самое главное реген 5%, если... Это уже не первый раз. Так, я подрежу чуть эту разборку с великаном. Продолжим. Вышел великан позади. Так, сохранился только что. Смотрим, что не так с саблезубом. Ну, мы немножечко изменим. Эк его. Болезного. Ну ладно. Так, уровень дан. Будем пробовать выбивать оружие. Он, кстати, еще и лучник. Оставайся, пока еще можешь. Вот, лучше беги, тогда я уберу тебя в спину. А, он же сам сказал, когда силовает, так. Умри. Тогда от этого мы избавимся, от одного. Ну, просто потому что лишнего. Это пустяк. Нет. Посмотрим, что ты можешь. Блин, корабейник, ты лишний на этом празднике жизни. Ладно, с кем-нибудь другим. Корабейник мне не даст спокойно поработать. О, нет, этот скелетон, как назло, он маг. Вон там скелеты есть. Слабые как раз. Ну и с оружием. Нет? Отдай меч. Ну выры. Блин, я его сейчас так убью. Ладно, с тобой понятно. О! Правильно, блин, надо ж силовой атакой во время его силовой атаки. А я бил обычной, наверное, поэтому я не с первой попытки правильно выполненной. Я понял, что там какой-то шанс. Ну вот он сработал. Это просто кусок мяса. Манекен, кукла. Немного дрочливая, но так. Скоро у нас там 79-то. Почти. Кстати, любая броня подкачалась еще. А где битва? Алло, битва будет? А, или это была битва гражданской войны, которую мы минусовали. Ну ладно. В принципе, и так сойдет. Ну, зато даже хорошо. Скайрим становится спокойнее. Работа налицо. Форт имперский. Да, убраны, кстати, куклы эти псевдочасовые, которые манекенами. Да, гляньте-ка, форт заняли имперцы. И бандитов больше нет. Интересно. Ну, сейчас не буду бегать вообще. Не, ну должна быть эта тетка уборщица, которая от темного брата прячется там находить. Сказала, что двое. Тут еще и путник. А, так почти гарантированно, слушай. Ку-ку. Жаль, не голову. Ну, так сойдет. Про вампиров нам в трофей. Понятно, кого там вот вы слушаете. Так мне второй раз я выбиваю секиру. Два раза правильно применил выбивание оружия, два раза сработало. Вопрос. Может быть, оно просто гарантировано, это меня в стрелку втыкали. Да? Надо проверять. То есть, если мы все делаем правильно, то есть
Или я не понял, он разбился вот так. Надо учиться, короче. Не успел вылечиться, ну и мне супер помогло. Кстати, я увидел хоть заклинание Спригара. Гляньте, я Спригар. 3 единицы урон в течение 10 секунд. Еще и стакается, зараза. Видите, 2 применения. А с учетом того, что 3 урона превращается с учетом легендарной сложности, во сколько? В 9? Да на 2... 18, слушайте, да, поэтому низкоуровневым персонажам и больно от них. И он у них еще и только дистанционный, но еще, по-моему, такое ощущение, что аурный. То есть он, мы поняли, типа ядовитого плаща. Принцип действия. Ну, типа стихийного плаща, только яд. А 18 урона в секунду, когда, да, низкоуровневый персонаж, это он смертельный. Повесь 180, все нормально, еще есть место. Так, давай добрались мы. Давай Трана. Так, давайте подождем. Не уверен, что Ярл даже ради дракона встанет с постели и народ спит. Спасибо, кстати, ребят, что научили меня этой фишке перемотки времени. Идешь. Или ускоренного ожидания, как оно правильно называется. О, да ладно. Да ничего, меня извините. За... профилактика, да, и пригодится. Тут же слово фуст применять почаще. Против магов оно вот как полезно. Полный фуст в родах. Он, конечно, прикольный, но он, во-первых, далеко отшвыривает, что магам только в плюс. Во-вторых, бегать, теряем время. Ну, и перезарядка сразу. Так, сейчас воспользуемся моментом. Потому что нам возможно лететь на драконе, я не помню, сразу после этого квеста мы сделаем. Вот так разгружусь. Сразу не то сделаю, да? 180, да? Сейчас станет еще меньше. А, ладно, весну. Вот, и сейчас еще будет легче. И раз, а 6 кило надеваем, она становится невесомой благодаря перку. Ну что, погнали? Ловить дракона. Не знаю, как тебе удалось. Мы готовы, Даваки. Дай только знак. Все готово. Все ли готово для поимки дракона? Как я и обещал, мои люди готовы. Большие цепи смазаны. Мы ждем твоего сигнала. Пора. Давай поймаем дракона. Ладно, так просто. Мои люди знают, что делать. Сделай только свое дело. Я доверяю тебе судьбу своего города. Так, выполнено. Подготовить ловушку для Одавинга. Призвать Одавинга в драконий предел. Галерея. Ага, вот она ловушка. Мы готовы, начинай. Так. Крик. Вот она, да? Кровать снежный охотник. А, вон он. Или нет?
заманить сюда дракона, да? И чё? Выполни. Победить и захватить. Ну да, понятно. Ой. Ой. А эти так спокойно стоят. Так. Дракон нам будет. Важно ж попасть. А ну давай вниз. Яр, молодец, не струйте, гляньте. Сейф на всякий случай, вдруг что сделал не так. Так, ну и запах. А, ну да, то его убить так можно, тут он не лечит. Да, это не страшно, нет. Опа! Ой. Интересно, как-то захопнулись вот эти, ну ладно. Подави. Так, успешно. Стоп. Прошу прощения, вылетела игра. Перезапустил. Попался как медведь в ловушку. Секундочку. Кстати, зовут его Кроватый Снежный Охотник. Что-то он, я думал, он белый будет. Ну да ладно. Зокфрини Криндко Кратрун Вики Тавакин Супана. Тебе пришлось постараться, чтобы поставить меня в это унизительное положение. Инси Фалдуин, нет сомнений, ты хочешь знать, где найти Алдуина? Верно. Где он прячется? Риникваза. Верные слова. Алдуин Бувуль. Я прилетел на твой зов еще и потому, что хотел испытать твой тум. Многие из нас начали сомневаться в праве Алдуина на власть, в том, что его ум сильнейший. Среди нас, конечно, Мунимие, никто пока не осмелился открыто противостоять ему. Ты рассказывал мне, где найти Алдуина. Он слад кросис. Тысячи извинений. Я отвлекся. Он отправился в Савангард, чтобы восстановить силу, пожирая Селесиор, души мертвых смертных. Эту привилегию он ревностно бережет. Вот и вот подлая ящерица. Его врата в Савангард находится в Скулдафне, его древнем храме в Восточных горах. Миндаран Паок Мидавахи Лаврантил, мне не нужно предупреждать тебя, что все его силы сосредоточены там. Зуулост Офан Хинлан, теперь, когда я ответил на твои вопросы, ты отпустишь меня на волю? Ты обещаешь служить мне? Служить тебе? Нет. Нитид. Когда и если ты одолеешь Алдуина, я подумаю. А что мешает мне отрубить его? Кросис. Есть одна деталь, связанная со Скулдафном, о которой я не упомянул. Расскажи мне тогда то, что ты знаешь. Только это. У тебя ум, как у дова, но без крыльев ты никогда не попадешь в Скулдаф. Конечно, я могу отнести тебя туда, но меня придется отсюда выпустить.
Хорошо, я освобожу тебя, если ты отнесешь меня в Скулда. Доказал, что недостоин править. Теперь я пойду своим путем. Освободи меня, и я отнесу тебя в Скултав. А ведь интересно, он пойдет своим путем. Так, может быть, удастся потом этих драконов с победой над Алдуином, а своим авторитетом склонить к войне против Талмара? О! Невероятно! Эх, господин, вы не представляете, как долго я ждал такой возможности. Я был бы безмерно благодарен, если бы вы позволили немного поэкспериментировать с вами. Исключительно в интересах... Он его сейчас спалит, нет? Уйди, маг! Не испытывай крепость моего слова! Уверяю вас, вы меня даже не заметите. Большинство из них практически безболезненны для такого большого дракона, как вы. Фарингар, это плохая идея, даже для тебя. Так, где этот товарищ? Не могу поверить, что твой план сработал. А как его отпустить? Если ты не против, меня ждет мой... Да, мы тут сами. Йорми, что ты там делаешь? Ага, так где отпускать? А, наверное... Да, конечно. Так, ну мы готовы. Пора, отнеси меня в Скулда. Зог придут. Предупреждаю. Единожды пролетев по небесам Кейзаль, будешь вечно завидовать Дов. Могу попросить Меридию, чтобы она меня вознесла на небеса. Как вариант. Ты либо храбрее всех, кого я знаю, либо глупее всех. Увы. Тебя кинорелом, когда ты пойдешь в ее царство. Ага. Только досюда я могу тебя донести. Грифон Акрин. Я буду ждать твоего возвращения или возвращения Алдуина. Где я по карте хоть? Ага, понятно. По-моему, это горы Ниджароу. А это горы, как они называются? Белатийские, кажется. Но это по Тесанлане я сижу. Так, тут у нас уже ничего не надо. Хотя, кстати, костную муку бы набрать на самом деле. Если она будет нам попадаться на сопротивление огню, да. Это еще плюс зараза. Это даже не интересно, 900 хп. У мамонта больше. На 6, но тем не менее. Ну, если тут понятно, что это типа в комплексе. Ну-ну. Понятно. Че и мазила? Давай вот так. Хотя поздновато включил, ну ладно. Ускорение атаки. Эй, дракон. Что, улетел? Так даже обидно. На деле забайтил меня на крик. Неплохая прокачка. Так,
доспехов. Так и, наверное, владение одноручкой. Надеюсь, отсюда я выйду с 80. Для этого надо просто много противников. Так, нанести много ударов. Такое себе. Дракона слегка морду поднабили. Покровавили. Ладно, хорош. Опирается. Второй еще, да, летает. А души с них? Так, лук с них нет. А, тут огненный, этот ледяной. Понятно. Фрэнглифайр у нас спанул. Так-то. Последний? А вон он, портал, похоже, да. Хм, 1291 первый раз таких как увижу. Уникально. Даже 34 уровень. Не, вообще должен быть 30 уровень. Это 1000 хп. А, ну да, правильно. По-моему, так. А 40-й 1400 или 1300 хп, великая душа. Это не суть. Да отстань ты. Кстати, а все равно может быть нам его просто сбить. Он к нам не заходит, мы тут не залезем. Вряд ли. Скорее более цивилизованный путь. А там не залезли. А, уникальный драугер, стеклянный лук. Откуда он только взялся? Обычно шли либо древненорский, либо эбонит. Либо древненорский, либо эбонит. У драугеров. Ну ладно, так есть. Ой, а секира вообще улетела, слушай. Ой! Ха-ха, один урон. Это что было? Стой. Давай культа построим. Мы упали, а регенерация работает. Урон-то у вас почти уже куда как меньше, чем было. Ладно. Просто надо будет попрактиковаться в этом навыке. Так, а вот мечик-то я это того припрячу. И топорик. Нечего тут. Оружие драугром, не игрушки. Доели кричать. Ну да, был какой-то официальный путь, нормальный, полез человеческий. Я опять полез под каким-то буераком. А чё? А они мне нужны? Только и могут что орать от досады, а? Единичка урона от драугрового начальника, это конечно да. Кстати,
А, нет, нет, это достаточно высокий навык блокирования. Это я уже думаю о том, что эбонит в оружие достать. Может просто не убивать. Ладно. Выборочно, так сказать. Так, эксперимент. Они могут лутать вообще предметы. Потому что я вот прячу. Видите, то есть не меч подобрать надо, а смотреть Драугра военачальника. Способно ли такое, нет? Ну, даже не интересно. Так. Орел, говорит. Кстати, совпало. Змея, змея. Рыбка. Здесь орел. Тут змея, непонятно. Ну давайте пробовать. Нет? А, еще и это. Так. Тут хоть вооруженный есть. Эти пусть. Сейчас посмотрим. Тут с топором. Короче, брось оружие, будешь не прав. А если змеей туда? Скажу. Не понял. Вот так. Нет, да? Ладно, рыбой туда. А как мне? Где ж мне третья найти? Перебить, они уже надоели. Вот опасным боем мне. А, так тут... Или стоп, это было закрыто. Эту решетку я открыл. А ту нет. Вывод. А если рыба сюда? Нет. А если... Это похоже просто открытие решетки. А если сюда орла? Я вот только не поняла. Так. Ну все равно Драугры не представляет вот никакой. У меня регенерация больше. Они мне, кстати, откуда бедно накачают броню. Так, я запутался. Где должна быть подсказка на третья, а? Пока не в курсе. Кто-то попадался, все бегали где-то. Оказалось. Так, пробуем змею. Пробуем, как недостающий элемент. Продолжим. Пробуем дальше. Не знаю. Пробуем рыбу повернуть.
Как-то не... Нет. Хвила, пусть дела. Хотя, если мы змею пробуем... Бога. Ну, я же думаю, это должно быть как-то связано. Стоп, а если я рыба-рыба и вот сюда поворачиваю, убираю рыбу на центральном на этом облом. А если еще одну рыбу? Ну издевайся над драуграми, спору нет. Нет, ладно. Так, нет. Ну, пробуем вот так, если рыбами. Если мы поставим так, вот так. Только сюда змея. Нет. А если этот рыбает? Нифига. Так, ладно. Отвлекаюсь. У меня еще и крики сбаговались. Я хотел для ускорения поставить. Лечь. Я думаю, скрипт это очень сильно ждал момента. Орел, змея. Так. Нет, да? А если недостающие? Типа дельфин, орел. Если так, тоже нет, блин, устал. Я уже не соображаю. Нет. Не хочется лезть в интернет. Здесь у нас никаких нет подсказок. Ой. Не скликнул крика. А, зато закрылись те ворота. Во, блин. Так, зависимость есть какая-то. Еще. Вообще по нулям. А если вот так? Я уж перебор не хочу комбинации делать. Нет. Не знаю, змеи и рыбу. Это что, только что было? Да. Интернет все-таки есть, наверное, блин. Непонятно. Или, может быть, не стоило трогать центральный камень, я чтоб накрутил уже тут, да? Да ладно. А смысл? Смысл. Дельфин. Змея. Ну, то есть, рыба. То есть, наверное, я первый камень накрутил зря. Ну, слава богу.
Слава Талосу. Так, да, идет. 50 минут, нормально. Думаю, пройдем сегодня этот квестик. Ага. Да вот что с криками, а? Паутина? Пауки, да? Паука мне хотите отправить? Ну ладно. И как всегда, наверное, будет гигантский. О, ух ты! Вот за это я Драгору готов. Спасибо, что он заставил меня обернуться и увидеть это. Все? Что у нас по приближению? Блин, 80, я не заметил когда. Разу. Дальше. Рано. Да не так уж и важно. Итого 536. Слушайте, нормально. 536. 9 и 500 поделить на 4. 125 плюс 9. 134 по небронированным противникам должно проходить. О, ну да, вот он. Не знаю, раньше он убрался. Нет, я не обращал внимания. Блин. Ну, как всегда. Беседка. Если что-то скрыто, угол затянут паутины, там либо дверь, либо сундук. Либо скелет. Ну, короче, контейнер с лутом, неважно что. О, сколько понатыкали сундучков, а? Видать, за прошлый квест. Так, змейка. Наверное, так. Наложил. А что это у него не было оружия? Я ему не выбивал, я не парировал. Где рычаг? Я типа поставил нужное положение. Ладно. А, рычаг вот он. Так. Давайте смотреть. А, то лишь один из трех. Орел? Птица? Да. Это один из трех, похоже, был. А тут рыба. Типа так, да? Да. Так, это, похоже, переход на следующий уровень локации. А что мне деле магия? Для чего они мне? Я заклинаниями не пользуюсь. Есть, конечно, в избранном дубовая плоть, да так и не пригодилась она мне. Магическая броня. Как бы она резист вешала от магии, ну да, так. Ну, пустой. Ну, один или иной осколок я себя принял. Так, внизу все. К вам как добраться, господа? А, ну вот так. Я тебя так опрокинул, не получается обезоруживать. Ну ладно. Масло падает. Ну да. Незаконные ужи просто так не буду делать. Масло. Зачем ты его рисовали? Ну тихо ты. Идеальное для лечения положим. Заберем. Путь наверх, да, все правильно, нам наверх не надо, это не подземелье какое-нибудь. Данж. Это легкая броня качается, ну медленно. Всего один элемент брони, тут самый большой, но тем не менее. Не, обычно атака, как видите, не это,
А лучника вообще можно где зарубить, интересно? У него силовых атак нет. Как-то там, как его где зарубить? Ну ладно, не важно. Вот тут аккуратный. Ну что, ничего не упадет? Талан. Ну я не против, конечно. Но подвох чувствовал, что типа рычаг дергаем, открывается дверь, тут же падает какая-нибудь очередная зажигалочка. Это масло. О, ну вот как здесь. Да, 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 я об этом. Оп. Поставь, что ли, сундук стоит. Да, на самом деле мы не боимся. Не тот это урон, чтобы при нашем уровне бояться. Так, а вот это, наверное, и должен быть хранитель когтя. 5-й на уровень выше, чем на 5 уровней выше, чем обычно. Ну да и ладно, не сильно ему это помогло. ХП это тоже. Может, урон должен быть чуть больше у него. Так, лиса, бабочка, дракон. Один, ноль, один, да? Вот. У ветреного пика 2-2-2. Здесь 1-0-1. Количество оборотов имеется в виду. Да ладно. А, да, правда. Мертвый. Но это ж мертвый, как правило, скорее всего, должны замаскировать. Не мертвых. А, грозовой зов. Ну да, достойный крик. Бесполезный свой перезаряд. 80 урона это как бы много по площади, но очень уж специфическая штука, потому что первых, повторюсь, 10 минут КД, во-вторых, бьет всех, в том числе нейтралов, союзников и прочих. Представьте, ненароком в городе его поражать. Да, еще и воздушек, воздушные цели не бьет, так что по летающим драконам тоже не поможет. А вот стражников городских атаковать всех сразу и разозлить по весности штраф, это как раз крик может. Так что очень такой себе крик. Куда? Дракон. А, еще. Сейчас разберемся. А, так ты сам приземлился, дорогой, что ли? А, все, сейчас приземлился, я его первого просадил, поправил. Ну, это само чей-то охрана. Сейчас убьем этого, убьем этого. Ага. Само на вопрос решил. Ага, скрип? Ладно. А где тогда дракон? Он меня почему добивает предпоследнего, а не последнего. Я не то что, блин, лишнее набрал. Оставим ваше имущество здесь. Эй! Ладно, сейчас. Слезай! Тяжело раненый. А, так не один. А это тут что делает? Не, мы сначала вот этого дали. А, так это один. Стоп. А давайте вот я бы эти двери забыл. Ускорим процесс. Удрал. Чё они надолго? Хорошо, кстати, я разгрузился. Костей-то тут дофига. То один удар он схлопотал. Так, вопрос. А чё мы за ними гоняемся? Да, они нас останавливают. Ладно, иди сюда. Раз прилетел. Давай-давай, у меня ещё пока зелье действует. Если аккуратно вниз не свернется.
как-то. Все. Еще один. Где тот недобиток? Вот он с кровавыми мордой, кстати. Вроде вот этот, который там меньше 100 хп остался, 89 что ли. Давай сюда. Алди. Чего? Нет, ну хп, то ли отрегенивался, то ли не тот, ну да не суть. Все. 308, да, Веста Солидии. Отсюда я вышел по ней, правда? Верс туда не надо, ну да. Вижу Драугра. Ну что мне на Драугра? Так, добраться до портала Алдуина, ведущего Солонка. А, вот он и драконий жрец. А че у него хп мало? Где он, мой друг? Его, если хотите получить маску девятую Темнора, обязательно собрать вот эту. Единственный шанс ее взять. Ну чё? А пойдемте? Или нет, давайте уже в следующей серии затягивается эта штука. Пока. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь на ваши лайки, подписки, комментарии. И до новых встреч. Будем завершать уже потихоньку имперца. Я думаю, еще 2-3 серии и все.